Мы будем сегодня говорить не о том, что надо делать, а о том, как они делают. Поэтому требуется ваша активность. Вот около 40 подключений. Возле мониторов есть люди, которые по двое, по трое, по 10 человек сидят. Поэтому, знаете, вот более 100 людей, которым не безразлично их будущее, сейчас у мониторов. Смело пишите в чате любые вопросы, которые интересуют вас. Пожалуй, стоит начать мне со своей истории. Студент, 19 лет, новый для меня город Новочеркасск. Я уже переместился поближе к модему. Грузится презентация, поэтому так. Самое главное, я передаю слово растущему лидеру, который второй каталог в компании Reflame. Этот человек уже вышел на менеджера. И уже в ее команде есть лидеры, которые строят этот бизнес, приводят людей навстречу. Она расскажет о себе и о том, как ее семья и ее команда за этот месяц полюбила продукты Wellness. Под ваши восклицательные знаки приглашаю сюда нового менеджера из города Кропоткино Ирину Уманцеву. Встречаем! Всем добрый вечер. Как меня слышно, видно? С громкостью все нормально? Все нормально. Ребят, ну еще раз всем добрый вечер. Немножко волнуюсь, потому что первый раз на данном мероприятии, поэтому прошу не судить строго. В компанию я пришла благодаря своему спонсору, которого очень благодарю и уважаю. Это Сергей Гаглоев. 23 сентября у меня была регистрация, хотя до этого он приглашал меня два раза, но как-то все не решалось. Строила свою карьеру, это и банк был, и торговая сеть. Последнее место работы — Министерство финансов. Потом я пошла в декрет уже со вторым ребеночком. И вот в декрете, сидя дома, встретила случайно Сергея, и он меня вот в третий раз пригласил. И вот то ли жизнь заставила, то ли скучно стало, захотелось окунуться вот в этот мир и, конечно же, начать зарабатывать. Встретились с Сергеем, он мне все популярно объяснил, все показал. Но, честно говоря, ушла со словами: «Я подумаю». Это очень все интересно, но нужно подумать. О чем думать-то могла, хотела, я не понимаю. Но, в общем, думала. Подумала и все-таки решила, поняла, я ничего не теряю, попробую. Конечно, в первый каталог для меня было сделать 150 баллов. Ну, вообще, казалось это чем-то таким нереальным. Вот, таким крупным, сейчас, конечно, уже смешно мне, ну, в том плане, что все это реально и возможно, если постараться. В свой первый каталог я просто показала маме на работе,
Она работает у меня в женской консультации. Коллектив, как вы понимаете, в основном женский. Все сразу на яркий, красочный каталог кинулись, бросились, посмотрели. Ну и были хорошие заказы. Плюс домой взяли и там подружкам. Вот и получились эти 150 баллов. Вот, то есть есть выбор, либо вы себе сами сможете заказать, либо отнести просто друзьям, своим близким, знакомым, не обязательно даже по незнакомым местам ходить. Вот, потом я начала понимать, что, ну и Сергей мне начал объяснять, что чтобы что-то получалось быстрее и был виден результат, нужно приглашать людей. Я начала со своих знакомых, а это именно была моя подруга по совместительству кума, вот, она была первой, потом появились еще девочки, все только знакомые. Ну, а также было вот совершенно случайной встречи, шла в магазин, и вот вижу, идет навстречу девушка, с которой мы встречались по работе несколько раз, и вот думаю, так, это мой шанс, может быть. И я ее пригласила, с ней поговорил Сергей, показал презентацию всю ей, и она очень заинтересовалась. А сама является работником администрации и говорит, знаешь, у нас, говорит, настолько это все скучно, и так вот, ну, я вообще дома засиделась тоже в декрете, я попробую. Подключился муж. Чуть ли не целое расследование провел насчет Орифлейм. И, значит, пришел на очередную встречу, познакомился с Сергеем, с нами, и говорит, ребят, вы знаете, я, значит, навел справки и узнал, что действительно здесь можно зарабатывать. И вот ребята взялись довольно неплохо, активно тоже приглашают людей, уже даже сами где-то пытаются, стараются проводить презентации. Вот, ну, в общем, понемножечку идем вперед. В команде, получается, непосредственно моих 8 человек, кого я пригласила. Ну, а всего, вот уже и благодаря этим людям, у нас где-то человек, порядка 20 людей. В этом месяце я вышла на 9%. И все, что было раньше, казалось нереальным, сейчас понимаю, что это так мало, и нужно стараться и идти вперед, вперед, вперед. Как мы проводим наши встречи? Не могу сказать, что я много провожу времени, вот, уделяю, хотя, конечно, можно было бы больше. Это у нас где-то несколько часов в неделю. Один день это у нас планерка, где мы собираемся с Сергеем, с девочками и планируем на неделю вперед наши встречи, время, дни. И уже опираясь на это, ну, собираем вот знакомых и приводим. Ну, то есть это где-то несколько часов в неделю получается. И вот совсем недавно, спасибо тоже Сергею, он организовал такое хорошее мероприятие, раз в неделю мы проводим wellness-встречу. То есть своих знакомых, знакомые знакомых приводят в офис. Мы делаем презентацию, дегустацию коктейля. И также людей вот на анализаторе, как правильно, да, я говорю, прибор этот, анализатор тела, значит, всем это очень нравится, и, в общем, всегда полный офис у нас. Вот, ну, вот и немножко я перехожу к wellness'у. Как мы все знаем, да, с вами, что красота – это понятие не только внешнее, она исходит изнутри у нас. И как говорят, страшный прибор. А. И как говорят, да, что ты есть то, что ты ешь. Ну, а кушать, вообще питаться правильно, полезно, и при этом тратить на приготовление пищи минимум времени, это вообще мечта. Ну, как мы все знаем, да, что в Орифлейм мечты сбываются. И я, конечно же, говорю о продукции Wellness, как вы уже поняли. Вот, сейчас попробую. Так, Сереж, что-то не вижу слайдов. А, вот, все, увидела. Сейчас, секунду.
Ну что, пока у нас связь налаживает Ирина, напишите, меня видно, слышно? Нет, это, ну, к сожалению, неполадки с интернетом. Ничего страшного, Ирин, ты пробуй, давай. Нажми «говорить» и сейчас ничего не трогай, ты появишься. Может, через 5, 10, 20 секунд все будет хорошо. Давайте пока поддержим Ирину плюсами, восклицательными знаками. А у нас уже более 40 соединений. Когда у меня все зависало, говорила себе, в 19 лет пришел студентом, позвали на деньги на работу, уже на встречу узнал, что речь об Oriflame. И вы знаете, согласился, ни дня не пожалел, прошло 14 лет. А мы проверили бизнес надежный, компания проверенная временем, продукт высококачественный по доступной цене. Кроме косметики, сейчас, как сказала Ира, появились еще продукты питания. Третий – это маркетинг. Мы, когда получили итоги прошлого каталога, знаете, менеджеров в 3, в 4, а некоторые уровни даже в 6 раз больше менеджеров, чем год назад. Новые старшие менеджеры, директора, год назад так не росли люди в Oriflame. Сейчас новые люди очень быстро растут и делают результат. И на этой волне вы должны понимать, конечно, надо любить, ценить, поддерживать и развивать тех, кто с нами уже месяцами, годами, а может быть и 10 лет. И очень важно на этой волне пригласить новых, найти новых лидеров. Знаете, когда у вас в первой линии появляется, да, 17 лет, посмотрите, что из этого получится. Когда появляются новые менеджеры, новые директора, это очень мотивирует всю вашу ширину и всю вашу глубину в организации. Эх, Ирина, возвращайся. Вижу, что пытаешься включиться, но мы тебя не видим и не слышим пока, к сожалению. А у вас почему-то нет вопросов к Ирине, уже надо бы писать. От меня был вопрос, Ирина, работаете ли вы в интернете? Когда Ира к нам вернется, обязательно ответит. А, как же быть, как быть? Ну, ладно, давайте я поработаю. Да просто включи, не трогай, он заработает. Приходят в голову анекдоты на тему нашего бизнеса. Знаете, сейчас общаемся с предпринимателями. Сегодня у нас был очень такой большой, мощный праздник с семинаром в Кропоткине. И, честно говоря, ведь не все предприниматели сейчас так успешны, как вы в Oriflame. Люди имеют магазины, рестораны, заправки. И, откровенно говоря, у них большие проблемы. Например, Магнит Косметикс. Вчера сотрудница одного из магнитов Косметикс в Краснодаре подписала договор в компании Oriflame после встречи с нами. Средний чек у них 750 рублей. Средний чек у нас от консультанта Oriflame сейчас около 100 долларов. У них 10-15 долларов, у нас около 100. Ребята, очень хорошо берут люди Oriflame. По сравнению с прошлым годом, у нас на 20% вырос средний заказ в октябре того года и сейчас. Мы реально сегодня растущая компания, успешная компания. Но за любым успехом стоят действия. И сегодня на семинаре мы говорили, что надо работать над собой и внутренне, быть более позитивным, быть более профессиональным, умным в Oriflame. И надо работать внешне. Но что такое внешне? Это следить за своим внешним видом. Это почаще, побольше денег тратить на одежду, на аксессуары, хороший телефон, обувь. Знаете, люди на это обращают внимание. И ваши знакомые видят, как вы меняетесь с Oriflame. В социальных сетях обязательно выкладывайте, может быть, историю успеха ваших или лидеров параллельных структур Oriflame, ваших спонсоров, может быть. Показывайте подарки, которые вы получаете. Но желательно все это делать аккуратно, ненавязчиво. Да? Не надо везде писать «Oriflame, все в Oriflame». На такое не реагируют. Но когда вы показываете так, что даже надписи нет «Oriflame», но так красиво, так дорого, то люди с радостью возвращаются к вам. Ир, ну давай перезагрузи там модем или что у тебя и возвращайся заново. Давай пока закрою твою презентацию. И передам слово нашим лидерам, которые находятся у нас. Сейчас. Лидерам, которые находятся у нас в городе
Хасавюрт. Это команда Зульфи Магомедовой. Зуля, давай представляй твоих растущих лидеров, будущих президентов компании Reflame. Ребят, в прошлом каталоге новые старшие менеджеры. Передаю слово бриллиантовому директору Зульфи Магомедовой. Она уже представит девочек. Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер, вернее. Я сейчас по-быстрому. Ага, меня видно, слышно. Так, плюсики, все хорошо. Итак, дорогие друзья, мне очень... Я вообще в этот каталог, как говорится, у меня появились крылья на самом деле. Дополнительная мотивация, как мы всегда говорим, когда мы сидим, общаемся с новичком и слышим от него такое, когда новичок что-то придумывает, ну думаешь, ну надо же, он такое придумал. Моя презентация начинается с таких прекрасных слов, потому что за эти годы огромная моя команда, и на самом деле эти слова... Я вспоминаю, как за эти годы я вырастила, то ли со мной появилась, за мной, вернее, пошли люди, у меня появилась большая команда. Я помню уже давно, что команда всегда держит верх над одиночкой. А если у тебя команда суперзвезд, то появляется шанс создать целую династию. Ну что, сейчас, секунду, делаем звук потише. А вот так прекрасно, все хорошо? Напишите. Со звуком все в порядке? Что-то никто не пишет. Зависло, что ли? Только не это. Зуля, ага. Над кнопкой. Нет, хорошо. Хорошо слышно? Точечка. И микрофон. Точечка. Вот теперь я уменьшаю вновь ее, допустим. Я просто в прошлый раз ее приготовила, думала, на этот раз не надо готовить. Отлично. Слышно хорошо, не хрипит, не ничего. А, хорошо, плюсики. Могу еще чуть-чуть уменьшить? Отлично. Ну что, хочу сказать, что на самом деле за эти годы огромная команда за мной, интересных людей, и, конечно же, за эти годы я поняла, что подобное притягивается подобному. Как вы уже поняли, на самом деле, мой спонсор это, конечно же, Сергей Гаглоев. У нас успешная команда. Вы видите, у вас перед вами фотографии моих одних из первых моих банкетов, одни из первых моих лидеров. Вы видите, как они на самом деле, как их чествовали на этих банкетах. И это реально, мы сами говорили себе, неужели это мы? Посмотрите на эти фотографии, посмотрите на девочек, которые на самом деле смогли и это сделали. Эта фотография мне напоминает о том, что следом за мной шла моя команда, и, конечно же, моя Хадижа наступала мне на пятки. Получалось так, что, наступая на пятки, она заставляла меня двигаться, идти дальше. С ней вместе мы в один и тот же год два звания. Нас чествовала компания, и я хочу сказать, что у меня в офисе висит медаль от компании, которая подарила мне в Нобелевском зале. Это Хадижа, посмотрите на нее, успешная бизнес-леди. И в ее команде очень много лидеров, которые по итогам прошлого каталога выше на уровне 15%, выше на 18%. Глубина у нас огромная, ребят. Вы бы знали, сколько у нас, я вам скажу так по памяти, где-то, если я не ошибаюсь, 30 человек вышло на 15% в нашей структуре. 18% это человек 10, наверное, а 3% это 265 человек. Это наши будущие, на самом деле, потенциальные будущие директора. Что они делают и как они работают? Вот если вот эта девочка перед вами, Джека Джамалдинова, в прошлом году открыла два звания, что она делала? Что она делает, что она делает? Конечно, за собой приглашает людей. Если говорить о ежедневной работе, то я просто рядом со мной сидит новый старший менеджер. Я хотела бы, чтобы непосредственно она рассказала ежедневную нашу работу. А вот эта девочка, правда, фотография такая смутная, да? Эта девочка, которая у нас в этом году открыла два звания старшего золотого директора,
старшего директора и золотого директора. Два чека, она ждет свои, как говорится, вот-вот скоро получит. Возвращаюсь в слайд, а эта девочка только недавно, можно сказать, получила свои чеки. И вы знаете, что доллар на самом деле поднялся, и по новому курсу, по курсу $1000, когда стоило это 60 тысяч рублей. Если сравнивать, конечно, с другими компаниями, то, конечно же, если кто-то дает в рублях, а кто-то какие-то компании вообще отказываются в премиях в долларах, да, то компания Reflame сказала, мы вам давали в долларах, обещали и будем выплачивать. Итак, наша Анжела какими методами работает? Конечно же, мы это она у нас выступала на вебинарах и расскажет. А я хотела сказать, что нас мотивируют на самом деле мечты. Если у кого-то была мечта иметь автомобиль, но вот наши лидеры, вы видите на фотографиях, они уже воплотили одну из мечт в реальности. Будучи студенткой, девочкой, если говорит, я хочу, я этого добьюсь, и муж, может быть, не верил, допустим, вот предыдущий слайд, но тем не менее, она, ей никто не мешал, по крайней мере, говорили, что ну хорошо, с утра до вечера ходи как на работу в офисе, проводи встречи ежедневные, ежедневно раздавай каталоги, и мы посмотрим, что у тебя получится. Вместе с мужем приобрели этот автомобиль. На самом деле, когда люди наличкой получают деньги, когда они видят, что да, это реально, это правда, за ними еще больше идут люди. И непосредственно в ее команде в данный момент, вы бы знали, все ее родственники присоединились к ней, говорят, да, это правда, я хочу. Вот девочка еще одна у нас, умничка, которая воплотила свою мечту в реальность. Посмотрите на этих людей, эти автомобили. Я думаю, у вас тоже у кого-то есть такая мечта иметь собственный автомобиль. Одна из моих мечт была, вернее, вывести мою дочь за границу. Вот видите, девочка моя сама лично увидела эти пальмы впервые в этом году. Мой лидер, вы видите слева, это Джека Джамалдина. Была мечта увидеть негров вживую. Вот увидела негров, видите как. Захотелось, получилось. То есть у вас должна быть такая мечта, такое желание, чтобы вы не могли, как мы обычно говорим, чтобы вам плохо спалось от того, чтобы пока вы не воплотите в реале. Афроамериканцы, точно, ну хорошо. Может быть, у кого-то мечта была есть паэлью попробовать. Посмотрите, чем нас кормила компания Reflame в этом году в Испании, город Валенсия. Одна из мечт моих лидеров уже исполнилась. Хадижат уже более 10 стран посетила благодаря компании Reflame. Наша Джека уже посетила первую свою страну. И вы знаете, каждый день она мне начинала, каждое утро говорила, здесь слишком хорошо, нас встретили слишком хорошо, неужели так бывает? Такая конференция, я не ожидала, что это настолько. Я хочу, чтобы каждый из вас почувствовал это. И 5 простых правил хочу вам озвучить, чем же все-таки мы занимаемся. Поставить перед собой цель, я каждому говорю, определите свою мечту в личном, профессиональном плане. То есть есть цели краткосрочные, это когда мы садимся со своим партнером, это ключевые консультанты, когда мы оговариваем за 3 недели, какой отчет, чего бы ты хотел, куда бы добраться за эти 3 недели. Скажи, пожалуйста, если ты 3-процентник, хочешь ли ты на 6 подняться или на 9%? И с какой целью, зачем тебе это надо? Новичку мы ставим цель, естественно, научиться свои первые 150 баллов набирать. Однозначно. Как набирать, тоже объясняем. Далее, если человек говорит, да мне нравится 4-5 каталогов, я нахожусь на уровне... Я-то из кастрюли. Так, хорошо, мечта поесть из огромной сковородки. Да, на самом деле, огромная сковородка была, очень вкусная паэлья была. Надо вам тоже всем попробовать. И возвращаюсь к тому, что если передо мной ключевой консультант, 6%, ставим план на 9 или на 12 выходить, потому что там идут привилегии по программе «Турборост». Если же передо мной сидит директор непосредственно, то его планка поднимается еще выше. И когда мне директор задает вопрос, слушай, я вот сама поднялась, что-то я не поняла, как это получилось, а что надо делать? Я говорю о том, что у тебя есть люди в команде, трешки, 6%, 9%, 12%, правильно, правильно. Если ты разговариваешь со своим 3-процентником, то есть ты со своего уровня 9%, будь добра, спустись на 3% и вместе с этим человеком начинай подниматься поступенчато.
Вспомни, какие шаги ты делал, что ты делал непосредственно. А в данный момент я сейчас хочу посмотреть. И вот моя среднесрочная цель. Ставится за 2016 год, надо срочно взять свои 8 тысяч долларов. Это моя первая бриллиантовая конференция в Бразилии. Это мои любимые спонсоры, вы видите, да? И на самом деле мне на сцене дарили 6 тысяч долларов на обратной стороне. А тут написано, кто не знает английский язык, мой следующий чек 8 тысяч долларов. И вы знаете, на этой конференции я была вообще тронута тем, что, спускаясь со сцены, руку подавал непосредственно сам основатель компании. Основатель, миллиардер. Да что ему сидеть у себя в стороне и не приезжать даже на эту корпоративную вечеринку? А основатель Роберт Афьопник, он приехал, не то что приехал, да еще стоит у сцены, подает руку, помогает спуститься, да еще благодарит. Представляете, вот эту ситуацию, у меня прямо ком в горле, я на него смотрю, да ты же миллиардер. Я сразу представляю о том, что у нас по совете, наш, я не знаю, какой-нибудь миллионер наш, кто-то там говорит спасибо огромное, тебе дают руку, да это нереально, нереально, просто-напросто. Итак, у каждого могут быть свои мечты, конечно же, а я хочу передать слово о том, что на самом деле мы делаем, какими методами мы работаем. Хочу открыть слайд, не знаю, что он не щелкается. И передаю слово своему одному из старших менеджеров, который сейчас со мной рядом. А их у нас было несколько. Это была Мадина. Не хочет нажиматься, Сергей. Сейчас. Один из наших менеджеров, это Мадина, мать троих детей, селение Калинаул. На самом деле был толчок, как я увидела отдельно у Джеки в офисе, был семинар только недавно, да, ее чествовали, поздравляли, и на самом деле что получилось, что, может быть, все-таки выйти отсюда, сейчас, секунду, еще раз выйду. Толчок, говорит, был рождение третьего ребеночка, представляете? Yes, получилось. Видите, дошла до бриллиантового директора, но что щелкать, вот плохо знаю. А вот такую красивую презентацию племянник организовал своей маме. Второй менеджер, старший менеджер у нас, это Хамала Загира, вы на прошлом вебинаре ее услышали, ее мотивацию, то, что человек был на самом деле, уже побывал в Египте. А я вам хотела сказать, добавить еще одно. В этом году я побывала у побережья четырех морей. Это Средиземное море в Валенсии, да, со своим лидером. Это был Египет со своими менеджерами. Конечно, 9 человек заработали поездку, из 9 только выехали из Дагестана трое. Я вам на самом деле хочу сказать, прямо с города Махачкала была бесплатная поездка. Наши менеджеры ничего не потратили на эту поездку. Поехали в Египет, отдохнули в прекрасном 5-звездочном отеле, приехали, сами себе не верят, неужели это мы купались на Красном море. Третье море, это была Анапа, прекрасный семинар, который всегда каждые полгода организовывает наш спонсор Сергей Гаглоев, куда я приглашаю каждого из вас. Четвертое, это наше Каспийское море, побережье города Махачкалы. А теперь я плавно передаю слово, потихоньку поворачиваю. Нашему третьему старшему менеджеру, это моя невестка, это на самом деле понадобилось 10 лет для того, чтобы присоединились наши родственники. Передай слово нашей Ане. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я старший менеджер компании «Орифлейм» Кандашова Айна, город Хасавюрт, Республика Дагестан. Я как бы чуть волнуюсь, даже не чуть-чуть, а очень сильно я готовилась весь день, кое-что записала. Так, по плану. Чем занималась раньше? Раньше я работала, вообще я в компании «Орифлейм» с ноября 2013 года. В компанию пришла, работала на государственной работе, на госработе, да, с 8 до 5 рабочий день, 2 дня выходных, 5 дней в неделю рабочих, 42 дня отпуск. Ну, в общем, кто работает на госработе, те поймут, что в один момент думаешь, как все надоело. Вот следующий слайд.
когда начальство вот так вот кричит на тебя, что ты что-то не сделал, что-то не досмотрел, что-то как бы не доделал. Вот. Спасибо. В общем, я подошла, я как-то, мы сидели, я услышала, что Зульфия с кем-то, ну, мой спонсор, она с кем-то разговаривает и говорит, что про какой-то турборост, про какой-то что-то я слышала, но я единственное, что поняла, что говорится про машину. Машину я хотела с детства, как бы мечтала иметь свою машину, сидеть сама за рулем ездить. Вот. И когда я это поняла, что что-то светит там, я подхожу и говорю: «Зуль, что там насчет машины?» Она, конечно, немножко удивилась, потому что 10 лет я молчала, как бы подсмеялась вначале. В итоге я сама подхожу и спрашиваю у нее, что надо делать, как надо работать. Она объяснила мне программу. В общем, я начала работать. Я с программой не умею работать, мне тут Зуля помогает. Вот. Когда я начала работать, я, в общем, стартовала неплохо. Но были моменты, когда получалось так, что меня что-то тормозило, что-то тянуло вниз, но все равно шла наверх. По пути, как говорится, за машиной, я понимаю, что в один момент, что я иду, квалифицируюсь на поездку в Египет. Тут я вообще была в шоке, я видела, что они выезжали, и я думала, неужели у меня тоже это получается. Я нажала сама. Нет. Вот. Я подумала, неужели я туда попаду. И в итоге получается так, что я попадаю, в итоге у меня еще появляется такой замечательный звездочка моя Загира, которая появилась в моей команде, и настроена была тоже ехать, и очень сильно, и вообще и работать. Я думаю, неужели это на самом деле со мной, что у меня это получается. Вот. Дальше что? Я уже как пришла в Орифлейм, да? Я уже все забыла. Каких людей приглашаю? Буду перескакивать. Как работаешь? Работаю я. Людей в основном, вначале я приглашала всех родных. Естественно, было трудно. Так же, как и я когда-то, надо мной многие посмеивались. Кто-то уже присоединился, кто-то еще до сих пор не верит. Но сейчас уже, как я в прошлом каталоге открыла старшего менеджера, многие удивились и подумали, на самом деле ты это сделала, говорила, и вот получилось. Каждый день что делаешь? Каждый день я раздаю. Я для начала я постоянно говорю про Орифлейм. Это уже как мания. Я хочу всем рассказать и поделиться со всеми, какие есть возможности, какие, как что можно заработать, куда можно поехать и что можно получить. Честно, мне очень помогает вот эта моя звездочка Загира, которая открыла тоже звание старшего менеджера в этом каталоге, в прошлом каталоге. Вот. Так, каких людей? Так, откуда? Да, откуда ты находишь людей? Откуда давай. Я нахожу? Каждый нахожу день. Я... Говори правду. Я нахожу... Везде, как говорится, я бываю, где бы я ни была, еду я в маршрутке, еду я в такси, или я просто выхожу в город, иду на рынок, я всегда с собой, не знаю, делает ли кто-то другой, у меня даже однажды взяли мою сумку, и чуть как бы, это что, у тебя камни в сумке? Я говорю, открой, посмотри, посмотрели, там каталоги, ты с ума сошла, я говорю, я этой тяжести даже не чувствую, потому что мне нравится раздавать, как показывать всем свой магазин, мои как бы магазинчики в каждом каталоге. Вот. Помогают мне в этом мои дети. Мой младший мальчик вообще, вот мы даже на днях с ним раздавали каталог, он выбрал такую красивую девушку, подходит к ней и говорит: «Девушка, можно вам каталог подарить?» Она так посмотрела и говорит: «Нет». Он повернулся, она прошла и говорит: «Она с ума сошла? Как она могла ребенку отказать?» Потом повернулся: «Да ничего, она просто не знает, какие возможности она теряет». Я поняла, что я работаю, оказывается, не зря. Мои дети, на которых я вначале, даже кот мой уже, по-моему, скоро про Орифлейм заговорит. Я, в общем, постоянно работаю, стараемся, в общем, поднимаем наших звездочек. Поэтому я была в шоке, когда в прошлом каталоге, ну, просто резко выросла у меня еще Камила, мой лидер Камила. Я их от души поздравляю. У нее она 18%. Дошла до 18%, она очень хотела и очень хочет поехать в Анталию. Нее... Поехала в Анапу? Да, она поехала в Анапу, я уже запуталась. Mm-hmm. Поехала в Анапу, после этого мы как бы были уже в Анапе, для нас мы слушали внимательно все. А она, оказывается, не просто, она прям глотала все слова, ей было очень интересно.
что с таким настроем она вернется. Я знала, что она будет промотивирована, но что настолько, я, конечно, была очень рада. Огромное спасибо Сергею Гаглоеву, что вот он у нас с 3 на 18% приехал, мужа не оставляет. Она приехала, начала рассказывать все мужу своему, как бы на эмоциях, как, что она там увидела, как она, как с ней разговаривали, что даже вышестоящие наши, ну как Полежаева, что они, она с ними сфотографировалась, она была просто в шоке. И муж послушал, подумал, говорит, дай-ка я тоже попробую. В общем, он взял 10 каталогов, вышел в город, и вот результат. За один каталог 15%. Это, конечно, замечательный, шикарный результат. Вот, как про мастер-классы расскажи. Про мастер-классы. Мастер-классы было... Тренировалась сначала на своих работниц, на коллегах. Было трудно, но я это сделала. Людям, когда реально, если ты показываешь мастер-классы, проводишь, то, конечно, намного легче так, потому что люди чувствуют на себе и видят. Можно ближе делать, что мы никак начать. Ага. Начать нужно взять каталоги и пойти и приглашать людей. Так, дальше. Как вышло на собрать людей? Да. Расскажи. Самое главное, это еще один момент. Это важный момент. Если ты не можешь сам говорить, объяснять, естественно, как новичок, ты многого не знаешь, как и я не знала. И приглашаешь просто своего спонсора, собираешь людей, приглашаешь спонсора. Естественно, наш хороший, добрый спонсор приедет, поможет, поговорит и все объяснит. Вот. Можно чуть добавлю? Давайте я чуть добавлю еще, что на самом деле этот мужчина сделал. Этот мужчина бизнесмен, возит автомобили с Саудовской Аравии в Дагестан, перевозит. С одного автомобиля имеет 15 тысяч долларов, его доход. И что он делает? Увидев каталог, он говорит, ну что, чем надо вам помочь? Я четко понимаю, что компании нужен товарооборот. Ага, один из вечеров после Анапы, как и жена, приехала, все рассказала, все так классно, приезжает среди ночи ко мне, садится на кухне напротив, говорит, рисуй план, напиши, что надо делать. Вот как мне сейчас мой новичок, интернет-новичок, ближе к делу, Джабраил говорит, что надо делать. Я ему нарисовала бизнес-план. Джабраил, если вы соберете людей, то приезжаю я как спонсор, начинаю рассказывать, что надо делать. Или же, Джабраил, вы приезжаете ко мне в офис, как приехал Али Гаджи, и сажусь, рассказываю, что нужно приглашать людей. За приглашение людей, за организацию товарооборота. Семей очень много. Каждая семья, я всегда говорю, просыпается первым делом, она не бежит автомобили покупать, а каждое утро она идет в ванную, чистит зубы, умывается, мылом пользуется. Правильно? Правильно. Значит, это продукт первой необходимости. Что нужно сделать? Влюбить людей в нашу продукцию. Угу. Влюбляем каким методом? Как Айна проводит мастер-классы прекрасные, она скромничает. Она считает, что у нее, там, она только учится, да, она профессионал этого дела. У нее шикарно это получается. Мы это решили внедрить, потому что даже в последние семинарчики, проведя эти семинары, у нас, знаете, что получилось? Женщину сажаем на мастер-класс, так она влюбилась, она там провели по экологену. В данный момент был у нас на руках вся серия. И что мы делаем с этим экологеном? Эту женщину сажаем, ей было за 50 лет. Начинаем проводить. Наша Диамелька так провела этот мастер-класс, что она ее просто за руку схватила и говорит, дай мне эту серию, дай мне срочно эту серию. Я говорю, 3 дня порхала. Представляете? То есть эти мастер-классы нынче помогают. Мы решили чуть ли не каждый день в офисах проводить эти мастер-классы. Не может лидер приехать, я считаю, с уровня 6-9% и выше, с легкостью он может организовать этот набор у себя. Непосредственно сейчас идет серия No Wage, взял эту серию No Wage, да иди ты в гости по вечерам, на чашку чая, как всегда, у нас в Дагестане, да я думаю, у вас люди гостеприимные, с удовольствием соберут своих соседок, да еще бесплатно за ваш счет получат по процедуру. Что мы делаем также? Не только No Wage серия, не только экологин серия, мы берем спа процедуру, скраб, масочки и так далее. Мужчина что сделал непосредственно? Перехожу. А наши мужчины, как планы переводим. Дело в том, что на самом деле дагестанская женщина должна стоять у наших кастрюль, правильно было замечено, что должна воспитывать детей и сидеть со своими детьми дома. А мужчина должен приносить, добытчик, это всегда было и везде.
И что мы делаем? Мы акцентируем это мужчинам, говорим, вы наши добытчики, вы должны деньги зарабатывать. Вот, готовый бизнес-план. Возьмите, пожалуйста, этот бизнес-план, давайте реализуем. И начинаем рисовать. Представляешь, если, мне кажется, даже у тебя есть здесь такой план, если ты приглашаешь столько-то человек, есть же у тебя такой, да? Директора, будущий. Ну, давайте, давай расскажи лучше за своего лидера. Расскажи. Говори, говори. Да, мы вместе проводим, говори. Да, ну это вот фотография нашей Альбины, 12%. Она очень хотела поехать в Анталию. Вот, ну, так получилось, что не дотянула. Но зато уже 12% ее цель, она поставила эту цель, она ее как бы добилась. А как она работает, расскажи. Она вообще, она у нас вообще умничка. Она раздает каталоги тоже везде. Она приглашает людей. Она приглашает людей в офис. И мы с ними уже работаем. Так как сама она, ну, пока что еще не все знает тоже. Вот это ответ даже на вопрос человека молодого. Угу. Дальше. У нас еще, я хотела поздравить наших тоже спонсоров. То есть, это вот мы так раздаем, да, лидеров. Это мы вот так раздаем каталоги с детьми. Ежедневно. Самое главное, это ежедневная системная работа. Да, я хотела сказать, что вот Oriflame теперь стал из обычной государственной работы в любимую работу Oriflame. Вот к чему я перешла. И самое главное, еще один момент, не только мастер-классы проводит Айна, она глубоко изучила непосредственно наш wellness. Даже я, может быть, не могу настолько ответить на вопросы, как может ответить Айна. Она изучила, что такое коктейль, зачем эти коктейли нужны, что такое эти витамины, каждое что дает. Понимаете, зарабатывают десятки тысяч, а некоторые уже сотни тысяч рублей зарабатывают, это правда. А что же смотивировало тебя, Айна, расскажи? Меня? Вот ради чего ты пошла вот за мной и поверила спустя столько лет? Я пошла за машиной, за поездками и за деньгами, естественно. Я просто увидела реально, что машина есть. Раз у Дельфини машина есть, реально, значит, это значит работает. Зарабатываешь, да. И Oriflame реально, это, по-моему, даже как психолог. Потому что был момент, когда я не... Больше 4 человек, если в комнате, я бы в жизни не разговаривала вот так. А сейчас я смотрю в экран, разговариваю, сколько там, 47 человек нас слышат, а может даже и больше. И мне нормально. Нравится тебе, Аня? Да. Быть лидером классно? Классно. Сколько денег заработала за последние 3 недели? За последние 3 недели 31 тысяча. 31 тысяча. А вы хотите этих денег? Это всего, это только твои первые деньги, милая моя. Да, мои. А все еще впереди. Вот. Дальше. А вот тут как раз слайд, да. Прекрасный. Как стать директором Oriflame? Рассказывай. Ну, приглашаю. Мне повезло, у меня как бы, ну, в плане том, что у меня Загирочка моя тоже очень хотела сильно выйти на директора, на старшего менеджера. И вот как бы найти нужно. Ну, как мне всегда, когда Гуля только пришла и начала мне это объяснять, она как рисовала какие-то там кружочки, надо так, так. Ну, я понимала, что надо людей приглашать, но конкретно что и как, я как бы не понимала. А потом уже со временем, когда стали люди появляться, я стала понимать, что рисовать, это, получается, она рисовала солнышко, что надо просто найти таких же, как я, очень сильно хотящих много машину там, или у которых есть мечта конкретная, надо найти двоих, троих. Ну, 5 человек, это, как я поняла, самое лучшее. А и... знаешь, как учить? Вот, а знаешь, как получается? На самом деле, когда первоначально, когда перед вами сидит человек, надо понять, задавая ему вопросы, на самом деле, может быть, ему сегодня, чтобы хлеб купить домой, чтобы молоко было у него дома, может быть, ему на это нужны первоначальные деньги. А мы не знаем, кто перед нами. Или же бизнесмен сидит, которого он и так зарабатывает классные деньги. То есть методом задавания вопроса мы первоначально прощупываем, кто перед нами, а сколько денег вы хотели заработать в месяц. Джабраил, такой же вопрос я вам задам обязательно. Сколько денег в месяц, какую бы сумму вы хотели бы зарабатывать? Она задает такой вопрос, она уже начала понимать это, и на самом деле дальше она уже ставит план, бизнес-план. Итак, если тебе достаточно 30-50 тысяч зарабатывать, тебе нужно 50 человек найти, но не ты один должен этих 50 находить, а этих 50, первоначально, как Аня сказала, ты 2-5 человек сам подпиши, а следом внизу уже пойдет, каждый начнет приглашать. Эта цепочка настолько невозможно не остановить. И давайте так скажем.
каждой семье, на самом деле, ежемесячно, ну, минимум 50 баллов, это, понимаете, на 1000 рублей, 1500, любая женщина, любая семья приобретает шампунь, гель и мыло. Если каждая семья полюбит непосредственно натуральную шведскую продукцию, да как вы думаете, с вами или без вас, вы уже даже звонить не будете, так как он уже любит эту продукцию, он будет автоматически приобретать ее в своем интернет-магазине. И давайте к вам еще один момент скажу, каким методом мы еще работаем. Мы работаем интернет, через интернет, вернее. Каким же методом? То же самое, что мы общаемся человека видя, или же общаемся не видя, нажимаем вот эти «привет, как дела» и так далее. Да? Можно с вами познакомиться. Да, а чем вы занимаетесь? Вы представляете, вот даже один из примеров, вот сейчас, вчера или позавчера, вот Джеки в офисе, девушка сидит и говорит, я говорю, 9%, я говорю, классно, как ты это сделала, 900 баллов, говорит, лично сама набрала. Я задаю вопрос, каким же методом ты набрала эти 900 баллов? Захожу в интернет, в соцсети, назвала какую-то соцсеть, там, говорит, бывают только мужчины. Я говорю, так, интересно, только мужчины, что ты там делаешь? Но они, говорит, мне задают вопрос, привет, а я, говорит, пишу, я тут по делу, мне некогда. А какое дело, говорит? То есть, говорит, первый, я, говорит, просто заинтересовываю, я тут по делу. Выбирает она именно город Хасавюрт, непосредственно, где она живет, и ближайшие села. А, выбирает. Далее, что она пишет? А, я тут по делу. По какому делу? Парфюмы предлагаю. А какие парфюмы? И начинает выставлять наши парфюмы. Начинает писать цены и так далее. И начинает приглашать. А я хочу, кто-то говорит, и приглашает в офис, и показывает свою продукцию, продает. И за 3 недели прошло, она на 900 баллов, она продала этих парфюмов наших. А непосредственно, вот вы фотографии видели Алигаджи, ему очень сильно понравился продукт наш, предыдущий, этот Giordani Gold Essence, новинка. Он просто обалдел от этого парфюма, он говорит, я часто летаю туда-обратно, и такой аромат, говорит, бесподобный. Дютюфри нанюхался, говорит, все. Но такого аромата среди них, говорит, я даже не, просто не держал, говорит, понимаете? Он вытащил какой-то свой аромат, который стоит 5000 долларов у него на руках был. Но, говорит, и этот сравнить, говорит, ваша Giordani Essence, это просто супер, это нечто. Если у человека загорается, и ему очень сильно этот продукт, если понравился, естественно, что он делает? Он берет эти каталоги, вышел в город, начал раздавать по своим знакомым и рекламировал этот парфюм. Таким методом вы просто его понюхаете, вы только обалдеете. Представляете, вот люди говорили, дай мне по несколько штук. То есть таким методом он собрал команду свою, быстренько поднял жену на 18%, будучи сам, вышел на 15%. Получается, муж и жена автоматически уже идут на поездку в Анталию. А я вам хочу сказать, если семья приобретает, каждая семья по 50 баллов, а директор это 7500 баллов, значит 7500 баллов разделить на 50 баллов, это где-то 150... Если не ошибаюсь, 150 человек, да? 150 семей надо просто влюбить в продукт. Одному это невозможно, поэтому в начале моего слайда были такие слова, что командой работать намного легче добиваться тех успехов, которые вы хотите. И качество работы зависит. Да, Сергей, это правда на самом деле. Ну что, Айна, дальше рассказываем, да? Да, я хотела сказать... Давай. Добавить только, вот я увидела, Кристина Белова здесь пишет в виселке, мы с ней познакомились в Анапе, тоже на семинаре, когда о wellness говорили. И я как-то подошла и говорю, ну, вот я столько оттуда, ну, пытаюсь на директора, ну, никак, ну, 18% и все. Она повернулась и говорит, что нужно сделать, я у нее спрашиваю. Она говорит, измени то, что делаешь сейчас. Я так посмотрела, да, и все, да, и все. Ну, я приехала. Изменила то, что, то есть я уже не сидела, не пыталась там своих родных, я уже стала реально выходить, уже в городе приглашать. До этого тоже приглашала, но сейчас уже я была увереннее, я уже была чуть-чуть понаглее, но разговаривать с людьми было уже намного проще. Реально, я что-то изменила, и у меня вот результат, старший менеджер. Вот. И еще хотела сказать Сергею Гаглоеву, а это моя мечта. Моя цель на следующий год. Когда мы были, у нас начинался семинар, когда мы в Анапе сидели, он собирает всех для чего-то собирает, и все куда-то пошли, вот старшие менеджеры, директора, все, вот 22%. И он мне говорит, ты чего здесь сидишь, вставай. Я на него смотрю и говорю, а что случилось? Он говорит, ну ты же 22%. Я так испугалась, нет, говорю, он говорит,
Вот и ладно, сиди тогда. Приезжаем с Анапы, на меня накидывается моя подруга и говорит: поздравляю тебя, ты директор. Я тоже: ура, я директор. Теперь я прихожу домой и понимаю, что в этом каталоге я точно буду директором. Вот. А, ну, моя цель на следующий год, на весну даже я поставила, я хочу очень сильно открыть бриллиантового директора. А в этом каталоге планирую открыть золото. Надеюсь, спонсоры помогут. Спонсоры обязательно помогут. И если здесь на самом деле, если находится много новичков, то вы должны слепо доверять своему спонсору, это однозначно. Потому что спонсор — это тот человек, который, я не могу сказать, что единственный человек. У нас обычно, знаете, как говорили, вот ваши родители и вот ваш спонсор. Это те люди, которые очень сильно хотят, чтобы у вас в кармане больше денег шуршало. Понимаете, чем больше денег у вас будет, соответственно, больше людей вы тоже поднимете на свой статус. Правильно? Да. А вот я ищу здесь фотографии Загиры, но как-то я здесь что-то была, и сейчас ее нету. Была она здесь, фотография? Переходим и рассказываем, что у нас еще один старший менеджер. Девочка Сидоров пишет: обо мне что-нибудь скажите, обо мне что-нибудь скажите. Говорим: Загирочка, ты наша любимица. Вот она. Расскажи. Наша умничка. Она вообще, она как будто бы ворвалась в компанию Oriflame. Со второго каталога уже было 15, по-моему, процентов. Она очень, ну очень сильно, даже, по-моему, больше, чем я, хотела попасть в Египет. Я, к сожалению, не как бы заработала, но по некоторым причинам поехать не получилось. Но Загира там побывала, она привезла оттуда вот, ну просто вот все эмоции, какие были там, она вот приехала и передала их, вот, как говорится, взяла и вложила в руки. И видео много очень, да, она, это была сильнейшая мотивация для нее. Вот результат. Старшим, я тебя от души поздравляю, Загира, надеюсь, мы с тобой сделаем золото. Загира меньше года в Oriflame, а ты с какого? Я с 13 года, ноября. С ноября 13 года нам понадобилось для того, чтобы построить серьезную. Получается, что Айна и директор, и старшего менеджера открыла, и старшего директора открыла. Два звания она открыла, и ставит планку, что в этом 16-м каталоге надо уже золото. А наша Загира тоже работает над тем, что вторую команду говорит так: Альбина должна выйти на 22%, это две команды. И на самом деле один момент есть очень важный, то что не мы должны за них решать, что они выйдут на 22%, а они сами. Значит, если у вас есть ключевые консультанты, вы сажаете их и говорите, спрашиваете, задаете вопросы, чего ты хочешь. Надо понять, готов ли этот человек выйти на уровень директора с вашей же скоростью. А то у меня был такой случай, когда девочка вышла на 18%, и я ей всю дорогу говорю: ну давай же 22, ну давай же. Тогда 21, это мое звание было, старший золотой директор. И представляете, бывают такие моменты, что человек... уже настолько сильно сдруживаешься с ним, и начинаем, мы с ней сильно подружились, и она начала мне говорить: Зуля, ну здесь не так, а вот так. Я ей говорю: давай не будем умничать, давай пошли дальше, одна ступенька осталась. И на этой фоне у нас получилось так, что ей понравилась ступенька 18%, а я-то жду от нее 22%, директора жду, мне старшего золотого директора я хочу закрыть. Тут я понимаю, что человек в голове еще просто не готов к этому уровню. Что я делаю, ребят? Я просто беру с нуля человека и поднимаю. Это моя Луизочка была на тот момент с нуля за 4 каталога вышла на 22%. Этот человек был готовый, холодные контакты, где ее нашла. Поехала просто в село слепую, зашла в школу, смотрю, учительской сидят 10-11 учителей, увидела компьютер, и вы знаете, как она сказала: пока не было машины, тяжелейшие большие сумки были со мной, и обязательно был диск «Банкет директоров». Я включаю «Банкет директоров», первое, что я им говорю: вы как живете, посмотрите, как люди живут, давайте как люди начнем жить, пойдемте, у вас все получится. Из всех этих учителей одна Луиза дошла до офиса на следующий день. Я как вчера помню, это был последний звонок, 25 мая какого-то года, уже не помню. И за 4 месяца, за летний период, на самом деле, выезжая вместе с ней, список знакомых составляет у нас обязательно тот человек, который хочет работать, он составляет список знакомых. Второе, что он делает: Зуля, сегодня мы едем туда-то, туда-то, туда-то. 3-4 точки за день можем поехать, это в разные села. Далее, что делать? Если мы собрали, да, я хочу, людям раздаем в разных точках каталоги, то обязательно условие. Тот, кто хочет,
хочет расти, он должен обзванивать, не я. Я не должна ни в коем случае за него эту работу выполнять. Однозначно, знаете, что за своих лидеров не надо выполнять такие работы. Итак, мы по максимуму постарались по-быстрому вам передать свои эмоции. Люди растут, вы бы слышали мою Загиру, вы бы слышали мою Мадиночку, какая она умничка, девочка, какие вещи она творит. Ее метод работы, еще хочу сказать, троих детей, двое в садике, третий еще младше у нянечки. Далее до расстояния, до маршрутки, иду везде, раздаю каталоги, людей заинтересовываю, могу некоторое время остановиться, пролистывать вместе с ними каталог, влюбляя в продукт. И обязательно по 2 часа могу сидеть в этой маршрутке, пока она заполнится. Газель наша заполнилась, еду, говорит, в город Хасавюрт, приезжает на автостанции и 2 километра, если не больше, до офиса, пешком. Ежедневно она идет пешком, раздавая каталоги, опять-таки, переборола, стеснение переборола подойти к человеку, смело уже может подходить, общаться с людьми. Теперь вечером этим же маршрутом уже обратно собираю эти каталоги. Вас что-нибудь заинтересовало, вам оставить каталог, будете продолжать. То есть дала некоторое время, чтобы люди подумали, посмотрели, нужно ли им это, направляет их. А дальше что она делает? И у меня трое детей, и у Сергея 3 детей, у нас вообще. Итак, ребят, спасибо всем огромное. Методы вроде бы рассказали какими. Еще один метод есть у нас, тот, что у нас мы организовали wellness-клуб. И знаете, как организовали? У нас женщины любят ходить, не любят, а понимают, что нужно ходить на фитнес. Правильно? Иначе, тем более, по 3, по 4, по 5 детей у нас, форму как-то надо держать. Мужа не хочется куда-то упускать налево, тем более, зная, что у нас двоеженство и так далее есть. Скажу прямо. И женщина должна фигуру свою поддерживать. Что мы придумали? Хочешь к нам в wellness-клуб? Будь добра, закажи коктейль, витамины, и приходи на наши, услышишь, как мы рассказываем, дадим попробовать в wellness-клубы. И с момента... Как только ты начинаешь употреблять эти коктейли, эти витамины, мы тебя взвешиваем на весах, и ты вместе с нами идешь на фитнес. Личный у нас тренер, который нас тренирует. Вот такой метод тоже мы придумали. Спасибо. Аня, ты есть что сказать? Спасибо вам большое всем. Все, мы отключаемся. Вам спасибо огромное. У нас пролетел уже целый час. У Маргариты прошел сон в Томской области. Ребят, если есть вопросы, еще пишите, с радостью ответим вам. И я все-таки хотел бы пригласить еще раз Ирину Уманцеву, растущего менеджера. Если получится, Ирин, включайся. Да, вижу какие-то слова благодарности, поздравления команды Зульфии. Часто спрашивают, как мы познакомились с Зулей. И на самом деле это те случаи, о которых вы пока не догадываетесь. Смысл этого бизнеса в создании организации. Сам много людей не позовешь помыться, побриться, детей подмыть. Поэтому надо использовать команда образования. Найди несколько человек, как показывали девочки, научи их приглашать своих. Так вышло, что я позвал женщину, с которой познакомились в магазине. Она меня потом познакомила с Зулиным мужем. Через него я уже познакомился с Зулей. И это те моменты, знаете, когда благодарен Всевышнему, судьбе за то, что вот ты ищешь, зовешь, слышишь отказы. Люди вроде соглашаются и потом ничего не делают. Находится человек, знаете, ради которого хочется жить, творить, приглашать, делать новые звания, да, для него пример, для себя. Я вам всем желаю, чтобы в вашу команду приходили такие же сильные лидеры, как те, которых мы видим на вебинарах и семинарах. Ирина, ну вот, к сожалению, мы тебя не видим. Давай тогда я быстро твою презентацию покажу. Как уже Ирина рассказала, вместе с мужем сейчас активно растут в Oriflame. Очень полюбили продукты Wellness. Согласитесь, не все из нас правильно питаются, а в сутки мы должны съедать белки, жиры, углеводы, и только белка надо кушать больше 20 грамм. Это вот целиком вареную курицу вы съели, только 10 грамм белка, а в день надо больше 20. Шведы придумали питание. По сути, вот есть детское питание, а это взрослое питание.
Его делали не на продажу, меня это подкупило. Все остальные фирмы делали свои коктейли, витамины, чтобы продавать и зарабатывать деньги. А здесь шведские ученые создавали эти коктейли, чтобы кормить больных после операции. Внутри сухая смесь. Знаете, вот как у спортсменов бывает, да, там протеин. Берешь ложечку, разбавляешь с молоком или водой и выпиваешь. Ну, смешиваешь, да, и выпиваешь. Очень вкусный, 100% натуральный и очень полезный. Причем его можно использовать для снижения веса. Надо за 30 минут выпивать коктейль, потом меньше кушаешь. Лично я сбросил больше 10 килограмм за 3 месяца. С 54 на 48 размер одежды. И теперь использую его для энергии, для бодрости. Раз-два в день пью. Бывает вместо завтрака, обеда или ужина. Особенно, когда выезжаешь куда-то в другой город. Да, может быть, у вас поездка в горы, покататься на лыжах или на море с семьей позагорать. Очень удобно в пути. У нас и дети, и супруга все пьют этот коктейль. Он интересен тем, что у него низкий гликемический индекс. Он нормализует сахар в крови. Отсюда хорошее давление у людей, хорошее настроение у людей. И сытный, им наедаешься. Но проверено 8 лет в Швеции великими учеными мира, номинантами Нобелевских премий. А после этого в России, в Москве, в Российской академии медицинских наук проводили клинические исследования и доказали, что продукт не просто безопасный, а очень полезный. Сейчас для нас коктейли делают в Германии по спецзаказу компания MultiPower. Они являются лидерами в мире по производству спортивного питания. Поэтому очень много бодибилдеров, качков, борцов, биатлонистов, хоккеистов, которые наши коктейли пьют перед тренировкой и после. Там трехсоставной белок, яйца, зеленого горошка и молока. И вот выпивая порцию коктейля, человек получает около 10 грамм белка. Очень высокую усваиваемость, представляете? Кроме этого, там очень много полезного. Но если в двух словах, то мы говорили: горошек, молоко, яйцо, сахарная свекла, яблоко, шиповник. То из чего он сделан. Про разработки уже сказал, что приятно. На фотографиях вы видите ее величество, королеву Швеции Сильвию. Да? Друг королевской семьи стал пить наши коктейли и витамины, сейчас покажу их, и порекомендовал королю с королевой Швеции. Те были лично в лабораторию Стига Стена. Знаете, это интересно. Не просто звезды, спортсмены, мы всей семьей пьем коктейль, а даже первые лица государств. Про это сказали. Здесь тоже, да, про белки, жиры, углеводы. И самое важное, очень мало калорий, как в яблоке, да, около сотни. Поэтому лишний вес уходит. Но коктейли сладкие, вкусные, а мы просили на обед супы. Тоже сухая смесь, только разбавлять не холодной, а горячей водой. Есть спаржа, а есть томат и базилик. Получается такой, знаете, крем-суп. Можно в тарелке, можно в чашке, если это на работе. 100% натуральный, как и коктейль. Джибраил, значит, коктейль. Там 21 порция. Он на продажу, ну там чуть-чуть больше 2,40, что ли, вот так стоит рублей. Если вы разделите, одна порция даже 100 рублей не выходит. Но помните, когда вы подписали договор с Oriflame, вы берете все минус 20% со скидкой. И это еще дешевле. И здесь такая штука. Ты берешь, только не сразу, а в этом месяце один купи, в следующем, а на четвертый месяц приходит в подарок. Сейчас я вам это пытаюсь написать. В общем, три покупаешь. Только заранее надо в интернете подписку оформить. Он автоматически будет три месяца приходить, а четвертый придет в подарок. И мы считали, там стоимость коктейля вообще выходит в районе 50 рублей порции. Ну, то есть, это просто даром, да. И учитывая, что это 100% натуральный продукт, а не как у конкурентов генномодифицированная соя в составе, они говорят, белковый коктейль, пейте. Суп, да. Чем он интересен, вы прочитали, я думаю. Тоже проверен и шведскими учеными, и нашими российскими. Да, Джибраил, вам Зульфия поможет. Вот Иван задавал много вопросов. Иван, вы извините, не на все ответили, но, может быть, девочки не успевали чат читать.
Тот, кто вас позвал на вебинар, наверняка вам ответит по окончанию подробнее. Значит, у меня есть в команде люди, которые зарабатывают 10-15 тысяч рублей в месяц. Да? Для них это дополнительный доход. Есть те, кто зарабатывает 50-60, и есть те, кто зарабатывает 200-300 тысяч рублей ежемесячного рефлейма от сети, даже без продаж. И вот за сколько? Есть из них те, кто в первый месяц поднялся, есть те, кто в течение года поднимался. Как быстро Иван поднимется, зависит от того, как быстро Иван будет создавать команду. Ведь у вас будут и отказы, надо это понимать. Значит, звать надо многих из десятков, кому мы предложим с нами зарабатывать, пользоваться продукцией. Лишь единицы согласятся. Вы это понимаете, да? Знаете, наша задача просто показать вам, ну, разных людей, разные истории, да, как они это делают. А вы выберете свой вариант. Здесь видно состав супа, горошек, картофель, соя, рапсовое масло, корень цикория, ну, и томат бывает, или спаржа, да? По калорийности также около 100 калорий в порции, это как банан скушать, да? И 10 грамм белка, что очень важно. Сегодня мы хотели познакомить вас с семьей Новиковых, муж с женой, трое деток. Они недавно приехали в Кропоткин, новый город. Где они берут людей? Как они вышли на менеджера за месяц работы? Иван, они приглашают и старых знакомых, и коллег на работе, и новых знакомых. Оля, например, переписывалась в Одноклассниках со своей бывшей одноклассницей. Та сказала, что ее заработок не интересует, но у нее есть сестра, которая с ребенком сидит дома. Расскажите ей. По скайпу мы связались с сестрой этой женщины в Ярославле и пригласили ее в Oriflame. То есть сегодня очень удобно, когда есть интернет. Вот сейчас мы можем проводить обучение по вебинару. Мы можем приглашать людей через скайпы и вебинары в нашу команду зарабатывать деньги. Можем находить людей в интернете посредством рекламы, на досках объявлений, по резюме или в соцсетях. Но всегда помните, когда вы будете выбирать, приглашать друзей, знакомых, родственников или новых людей, пока еще не знакомых, конечно, лучше начать со своих. Когда у вас будет выбор встретиться вживую или через монитор, конечно, в первую очередь надо встретиться вживую. Но у нас огромное количество успешных людей, которые когда-то были чужими. Ну, извини, вот Маргарита Мороз, да, мы были чужими. А сейчас с Маргаритой и с Вовой мы дружим. Мы знакомы-то всего там год, да, Марго? Ну, может быть, второй год. Они в Томской области, да, вот в начале года полечу к ним. И, знаете, такие родные, как будто мы, ну, там, я не знаю, братья и сестры, да, вот, или там, ну, какие-то там двоюродные братья и сестры. Вот реально это интересно. Знакомимся через интернет, приглашаем в Oriflame через интернет, обучаем через интернет, а потом встречаемся на наших семинарах. Бывает в Москве, бывает в других городах. Встречаемся на заграничных конференциях. В этом году были Египет, Сингапур, Испания. Шутка ли, да? Где сегодня вам будут платить деньги и еще оплачивать отпуск на лучших курортах мира от 1 до 4 путевок? По сегодняшнему курсу доллара и евро? Ну, ребят, надо еще поискать. Знаете, даже Газпром себе такого и правительство Москвы не позволяет. Наши витамины отдельно есть для женщин и мужчин. Понятно, что килограмм фруктов и овощей никто не съедает из нас, а значит, надо добавить. Раз в день открываю пакетик из этой коробочки, а внутри. Вот это черненькое, это водоросль астаксантин. И туда добавили ягоду чернику. Поднимает иммунитет, у многих зрение лучше стало. Две желтенькие из рыбьего жира омега-3. И одна капсула это витамины и минералы. А, Б, С, там все. Откуда? Смотрите, из водорослей, рыбы и фруктов и овощей. Натуральное сырье используют Oriflame. А не так, как в аптеках, химия, синтетика. Что в результате вы получите? Улучшает состояние кожи, энергия, иммунитет, зрение, укрепляет сердце, мышцы и суставы. Но здесь можете почитать, да, про стандарты GMP. Это наивысшие стандарты при производстве витаминов и лекарств. Очень важно.
Производство ведется в Швеции. Кому как не шведам доверять? Это то, какой богатый комплекс вы получаете внутри. Одна женщина сказала, я покупаю более дешевые витамины. Я говорю, ну, дешевое не значит лучшее. Знаете, красота и здоровье либо оплачивается, либо оплакивается. Детская серия Wellness. Есть витамины для детей, мои дети пьют. И рыбий жир, омега-3 для детей. Все вы понимаете, что правильно питаться должны не только взрослые, но и дети. Например, ваши дети каждый день кушают 400-500 грамм фруктов и овощей. Они едят хотя бы 3 раза в неделю свежую рыбу осетровых пород, выловленную, а не из магазина «Магнит». Конечно, скорее всего, ответ будет «нет». Reflame создал натуральные, проверенные, безопасные витамины. Нет сахара, подсластитель ксилит. Они вкусные и полезны для зубов. Масло апельсина и лимона добавили внутрь. 13 витаминов и 8 минералов, представляете? А это иммунитет, и зубы, и мозг, развитие ребенка. Очень важно, конечно, ложечку омеги-3 раз в день, да? Это и нервная система, и сердце, и зрение, и внимание, усидчивость, обучение у детей становится лучше. Если у вас есть вопросы, напишите. Мы уже с вами отработали больше часа. По сути, на этом можно было бы уже закончить нашу встречу. Но я хотел вам еще немножко дать информации. Некоторые сегодня в Кропоткине видели. Знаете, мы с женой очень много пригласили людей. Ну, наверное, не десятки, а уже сотни. Причем за эти годы из них десятки взялись за дело всерьез. Это менеджеры и директора в первом уровне. Но в нашей организации десятки директоров, около 200 менеджеров сейчас разного уровня. И однажды я услышал у Владимира Познера фразу: когда-нибудь настанет день, когда ваша жизнь будет оценена не количеством денег, машин и недвижимости, а количеством судеб, которые вы изменили к лучшему. Что надо делать каждый день? Спрашивал Иван, Джибраил. Приводить людей пока к вашим спонсорам. Но совсем скоро вы сможете сами проводить встречи и обучать людей зарабатывать в рекламе. Самим пользоваться продуктом. Это важно. Быть примером. Если кто-то не хочет с нами работать, покажите ему каталог. Он будет у вас с радостью покупать. И четвертое. Посещайте вебинары и семинары. Если есть такая возможность. Посмотрите на эту формулу. В году 365 дней. 1%. Но если ты делаешь немножко больше, чем тебе сказали, на 1,01. Результат 37,8. А вот если ты делаешь немножко меньше, но все мы ленивые, но это понятно. На, вот ты не 1%, а делаешь 0,99, чуть-чуть меньше, не дорабатываешь. Возведи в 365-ю степень, 365 дней в году, и твой результат даже не будет единицы, 0,03. Смотрят и говорят: Сережа, почему они так быстро растут? Как у них так получается? Ребята, они каждый день делают вот эти 4П, и каждый день они делают немного больше, чем другие. Чуть-чуть больше. Знаете, в боях без правил есть такой великий боец российский, зовут его Федор Емельяненко. И когда брали интервью у тренера, он говорил, знаете, Федор в принципе не отличался от других ребят. Он был такой же спортсмен, как и они, но он приходил на тренировку раньше и уходил с тренировки, самый последний. Он просто делал немножко больше, чем остальные, и стал известным спортсменом на весь мир. Недавно смотрел интервью с военным летчиком. Он говорит, когда учился, ну, был курсантом военного училища, к ним приходили, ну, такие асы, летчики. И они спросили однажды: скажите, ну, вот мы учимся, ну, вот мы хотим быть первоклассными летчиками. Может быть, что-то еще вы посоветуете? Какие-то курсы? Вот что-то еще нам изучить? На что профессионал-летчик ответил: ребята, летать надо больше. Не, ну это понятно, летать больше, да-да-да, но что-то может быть еще? Вот какой-то секрет может есть, вы нам расскажете? Секреты пилотирования? Он говорит: ребята, летать надо больше и любить то, что вы делаете. Переводя на этот бизнес, я вам скажу, больше встреч надо проводить и любить то, что вы делаете в Oriflame.
Знаете, наверное, у каждого из вас есть мечта. Кому-то новый автомобиль, и вы видели, что в Oriflame люди и в Краснодарском крае, и в Дагестане, и в Москве, и на Дальнем Востоке зарабатывают и покупают сегодня новые иномарки. А те, кто хорошо поработал, стали директорами, получают Шкоды от Oriflame, бриллиантовые получают Volvo, исполнительные Volvo представительского класса, а дойдя до президента, Mercedes в подарок. Ребят, ну блин, я не знаю, конечно, есть другие компании, тоже зовут, обещают, но когда мы сравниваем и считаем, так много, как Oriflame, так легко, как здесь, нет нигде. Недавно мне что-то говорили про Faberlic. Ну, во-первых, Oriflame надежная европейская компания. При всем уважении к России, я не доверяю нашим российским бизнесам. Все основано на том, лишь бы побыстрее заработать и свалить. Вот давайте будем честны. Итак, платят больше, надежная компания. И что важно, ценный ассортимент, да, продукты натуральные на своих заводах, со своих лабораторий. Мне говорили про фирму Amway, ну извините, Oriflame платит где-то в 2, а где-то даже в 4 раза больше. Ну и вообще не очень-то я как-то доверяю американцам, не очень-то их люблю. Шведы мне понравились. Мне всегда нравились люди с Европы, ну как своей философией, да. А у шведов даже климатический пояс такой же, как в России. Растут те же березы, там, знаете, ну, те же растения, да, морожка. Может быть, вы хотите новый дом, может быть, путешествовать всей семьей. Я не знаю. Это ваши мечты. Может быть, вы хотите признания, выходить на сцены, чтобы ваши дети вами гордились. Выставлять эти фотографии в Инстаграме, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Всем на зависть. Ведь такие банкеты всего лишь став директором. Посетите и вы. Сейчас 16-й каталог. Все, кто в этом каталоге успеют открыть звание директора и выше. Ребят, это товарооборот с командой 250 тысяч рублей. Потом надо 8 каталогов подтвердить, конечно. Да? Это специально сделали, чтобы люди не закупались. Чтобы делали командой, а не продажами. И вы, получив 1000 долларов, получаете 2 билета в Москву. Зуля об этом много говорила сегодня, да? Здесь на экране очень много наших лидеров, мужчины и женщины, парами и по одному. В прошлом начальники милиции, предприниматели, студенты, медсестры, учителя. Очень разные. Может быть, вы мечтаете о новой квартире, своей сделать ремонт, купить мебель. Знаете, вот кто не стесняется, напишите о своих мечтах. Вот что вам в жизни надо еще? А может быть, вам хочется вот такой дом красивый. Может быть, в горах близ Каспийского моря, да? А может быть, где-то в Австрии, я не знаю. Маргарита хочет новую квартиру, у них есть дом, но хочет человек квартиру. Все цели мы с Галиной пишем относительно здоровья нас и наших троих детей, своей реализации, семьи, дружбы, друзей, путешествий, бизнеса, финансов, духовного развития, да? Вот знаете, даже само слово «бедный» и «богатый». Если человек бедный, в России знаете, кого бедных считают, нет? Правительство нас поделило и сказало, у кого доход на одного члена семьи меньше 30 тысяч рублей в месяц, мы с женой и трое детей, нас пятеро. Это значит, в месяц надо больше 150 тысяч рублей зарабатывать, чтобы не быть бедным. Так вот, сказали в стране, что если у вас меньше, вы бедные. И вот, ребята, у бедного корень беда. Знаете, его беды преследуют. То кредиты, то еще что-нибудь. Знаете, проще один раз, блин, стать богатым в Oriflame, чем всю жизнь оправдываться, почему ты это не сделал. Потому что мы будем расти дальше. Новые люди в этом году приходят и растут. Проще один раз это сделать, чем потом тебя всю жизнь будут носом тыкать и говорить, а ты же был в Oriflame, ты же была, а что ты ничего не заработал, да? Так вот, богатый в слове Бог, да, он ближе к Богу, ближе к Всевышнему. Потому что кто может мечеть, церковь построить, кто может благотворительностью заниматься, кто может дать деньги, чтобы ребенку операцию сделать вовремя. Бедный своим детям помочь не может, а богатый о своих подумал и чужим помогает. Но я честно говорю, бывают плохие богатые, извините, бывают и бедные плохие. Бывают хорошие богатые, но и бедные бывают хорошие. Просто разница в том, что если ты хороший человек, ты с деньгами будешь больше добра делать. Ребята, у нас лидеры благотворительные фонды свои открывают, помогают детям России. Но все это мы привязываем к плану успеха.
Надо тебе 100 тысяч в месяц? Стань золотым директором. Научи двоих стать директорами. Надо тебе 200 тысяч? Стать самфировым? Научи четверых. Надо тебе 300 тысяч в месяц? Стать бриллиантовым? Научи 6 человек. Мало? Мы тебе покажем, как зарабатывать миллионы в месяц. Краткосрочная цель. Ты только пришел в Oriflame, в этом же каталоге поставь цель стать менеджером, в течение полугода директором, через год золотым и выше. Записали? Это мечты, о которых мы мечтали. Сегодня звонил мой друг Дмитрий Рубан, вот справа вверху видите, он был командир роты спецназа. Мальчишка вырос без отца, мама прапорщик военный, денег вечно не хватало. Вот знаете, он мечтал, как два черных джипа с черным кожаным салоном с номерами 110 будут мчаться по трассе. Мы не знаем, откуда это, но мечта мальчика сбылась. Сегодня у них два новых из салона купленных за 2 с лишним миллиона Land Rover. Сейчас один уже продали, взяли новый Discovery, четвертый уже у них. Ребята, люди в Oriflame особняки покупают. Мы сейчас были у наших друзей в Уфе. Кристина Белова, ты здесь? Да, вроде здесь. Кристина сейчас была у ребят в гостях. Кристина, напиши, сколько квадратов они дом построили, в Oriflame заработали. Ирик и Альбина Хафизовы, мусульмане ребята, да, и сделали тоже вот такой результат сами с нуля, в общаге жили. Эти в Oriflame люди разных религий, национальностей. И у всех получается, с образованием и без. 750 квадратных метров. Обратите внимание, Загира, ответь, ты зовешь знакомых или всех подряд, с интригой или открыто? Ребят, здесь внизу видно, я мечтал о джипе. Да, вот Volkswagen Touareg мы с Галиной купили новый с автосалона. Больше 100 тысяч долларов он нам обошелся. А рядом Volvo, который нам подарила компания за нашу хорошую работу. Это и у вас так будет. Яхты, гольф, горные лыжи, много времени с семьей. Лучшие курорты мира. Я это к чему? Это ваше будущее, но для этого надо очень поработать. Сегодня в Oriflame больше 200 долларовых миллионеров. На что мы делаем фокус? Это развивать команды лидеров. Я не успеваю работать с продавцами и потребителями. Это увеличение wellness и, конечно, это больше интернет. Интернет нам помогает расти быстрее, умнее. Поставьте плюсы, кто уже использует интернет, чтобы приглашать, проводить встречи, собеседования, и чтобы потом обучать и мотивировать. На самом деле, каждый из вас должен поставить плюс. Все вы сейчас используете интернет. Это вебинарная комната. Цель компании Oriflame – стать номер один. Мы уже в десятке, но еще не первые. И для этого надо позвать больше, чем в других компаниях, консультантов. Давайте поможем Oriflame. Пусть у нас будет общая цель – сделать компанию Oriflame номер один в мире. Это же и нам выгодно, они еще больше платить нам будут, богаче станут. Чтобы люди оставались с вами, ваши новые люди должны знать, зачем они пришли в Oriflame. Они сделают любое что, если будут знать зачем. Я начинаю знакомство, узнаю имя, и я спрашиваю человека, к чему идет, куда стремится, как хочет жить через год. Как на работе дела, как в бизнесе дела, хочет ли лучше, ищет ли больше. Итак, ваши люди должны иметь мечту, если нет, помогите найти. Ваши люди должны заработать первые деньги, ваши люди должны быть вовлечены в команду. Привлекайте их к мероприятиям, к вебинарам, семинарам, в скайп-чаты. Здесь топ-15 мира, какие разные, из больших стран и маленьких. Я просто поражаюсь. Парами и по одному, женщины и мужчины. Если они смогли стать миллионерами, значит и у вас есть шанс, и вы сможете. У нас нет стиральных порошков и кастрюль, потому что в сетевом бизнесе это плохо продвигается. У нас есть косметика для мужчин и женщин, ну, побриться, помыться, детей подмыть. У нас есть витамины и коктейли для взрослых и детей. Сейчас мы создали проект «Территория роста». Это те люди, кто как Загира, да, вот пока в интернете плохо получается, но не умеет пользоваться. Мы их учим пользоваться соцсетями, скайпом, вебинарами.
Используя это, они могут приглашать людей не только в России, а даже в других странах мира. Я приглашаю вас добавиться ко мне в друзья. Сергей Гаглоев, город Кропоткин. Я есть и в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, везде. Знаете, у меня была мечта. Смотрел, кто смотрит передачу «Голос», поставьте плюсы. Хоть раз видел. И недавно, 2 недели назад, компания Oriflame подарила билеты. И я летал, я реально был на съемках «Голоса». В Oriflame самые необыкновенные мечты сбываются. Да, сейчас плохая экономика, у всех спад, а в Oriflame огромный рост. Не упустите шанс, говорят, он 2 раза в двери не стучится. В кризис продается шоколад хорошо, в кризис продается алкоголь хорошо, и в кризис продается косметика отлично. Нам повезло. Казалось бы, не мужской продукт, да, я вначале даже стеснялся первый месяц, но как только стал зарабатывать десятки тысяч рублей, стеснения мои все прошли. Ведь я работаю не с помадой, а я работаю с людьми. Каждый день приглашаю людей зарабатывать деньги. Посмотрите, продажи в магазинах на рынках потихоньку падают, а продажи в компаниях, как Oriflame, сетевого маркетинга, растут с каждым годом. Время шикономии. Люди сейчас не покупают Mary Kay, Amway, MAC, Maybelline. Да? Люди ищут товары высокого качества, но по доступной цене. Все больше и больше людей покупают Oriflame. Вам надо работать над ответственностью. Знаете, за любым успехом стоит большой труд. Посмотрите на ноги балерины. Кажется, так красиво прыгает, так легко. Попробуйте. За любым успехом стоит большой труд. Терпение и труд. В Oriflame все перетрут. Второе – стрессоустойчивость. Не только у вас бывают срывы, плохое настроение, хочется все бросить, раздражает все. Находите себе хорошие, позитивные моменты в жизни. Поднимайте настроение. Моя Плесецкая балерина сказала, я больше никогда не буду работать с композитором, к которому я приехала. А он говорит, знаешь, у меня сейчас нет настроения, приезжай через недельку-другую. Она говорит, профессионалы умеют создать себе настроение и работают каждый день. И неважно, проснулись они с настроением или без. И, конечно, коммуникация. Умейте передавать другим. Умейте команду обучить, делегировать. В этом бизнесе в одиночку ничего не получится. Умейте привлечь других. Вам сейчас надо сфокусироваться на новом звании «Золотой директор», а лучше «Бриллиантовый». Верьте в себя, вселяйте эту веру в людей. Им не хватает. Многие хотят в Oriflame, но не верят в себя, не верят в компанию. Помогите им. 1000 раз скажите, что вы в них верите. Ласковое слово и кошке приятно. Делайте рейтинги по своей команде. И планируйте, планируйте, еще раз планируйте. Это очень важно. В Oriflame вы будете счастливыми, потому что у вас будет время, сила, энергия проводить его с любимыми, близкими людьми. Вы получаете здесь очень шикарный, интересный бизнес, интереснее не виден, и возможность путешествовать по всему миру. На этой радостной ноте прощаюсь с вами и напоминаю, каждое воскресенье в 19:00 по Москве мы проводим командный вебинар. Но ежедневно те, кого интересует, как работать с помощью интернета, у нас есть вебинары «Территории роста». Присоединяйтесь, это абсолютно бесплатно. Учитесь работать и в офисе, и дома, и в кафе. Учитесь работать и с помощью интернета. Успехов вам! И помните, сейчас 16-й каталог, сезон. Время делать несколько новых званий в каталог. До встречи!